Ну как, YouTube? Хотите знать, как вы можете стримить в 4К с ваших iOS и Android устройств без потери качества и сохранения этих данных сразу же на ваш YouTube канал? Тогда я вам расскажу, как это сделать. С вами Владимир, добро пожаловать на канал Apple Expert. Я вот недавно проводил стрим, у меня был розыгрыш посылки из Китая, как все было запланировано. Я стримил через стандартное приложение YouTube, просто с телефона начал стримить, то есть все то, что делал с ноутбука, можете просто по ссылочке пойти посмотреть, как это все выглядело. Но хочется сделать так, чтобы вы могли стримить в 4К. И не просто именно с самого телефона, именно сам YouTube. Вы можете стримить также рабочий стол. Многие сейчас скажут, что я могу стримить через YouTube. Да, это так, но уж извините, то что. Смотрите, какие у нас здесь скудные настройки. Да, мы тут все вводим, настраиваем, другие параметры. То есть включаем там монетизацию и так далее, и так далее. Это вот все то, что мы можем повернуть камеру. То есть она будет либо фронтальная, либо основная. Но по факту мы получаем стандартный вывод 720, максимум 1080p на трансляцию и загрузку. Что касается этого приложения, если мы нажмем «Жить», вот, наш будет стримчик, я вам примерно покажу. Нажмем «Настроечки», то есть мы видим основное, тут передняя, задняя камера, входящий микрофон, можем подключить что-либо, выбрать качество и так далее. Вот, допустим, мы отсюда выйдем и вот перейдем в какие-либо настройки. Что по настройкам? Здесь мы выбираем именно то, что нас интересует. Качество очень высокий, разрешение в 4К, частота 60 кадров в секунду, формат. Выбираете 16 на 9, это у нас будет горизонтальный, 9 на 16, это сейчас в каком я пишу вертикальный. Битрейт, водяной знак, это все нам премиум версию даст и остальные настройки. Так само как показать чат, это нам нужно будет зайти в наш ютубчик и мы можем прекрасно с него стримить. Какие же здесь есть еще плюсы? Ну вот, допустим, я зажимаю вот эту кнопочку. Если я хочу стримить сразу же на YouTube, я могу вот нажать Live Now на YouTube. Точно так же вот Facebook и ВК. У нас касается то, что я могу сразу с рабочего стола, свой рабочий стол, также стримить, там, зайти в игру, еще куда-то. Это даже круче, чем то, что я рассказывал ранее о приложении Omelette Arcade. Но если вас интересует именно это приложение, вот подсказочка, переходите, смотрите, как можно стримить игры и приложения на ваш YouTube канал или Twitch, что вам там будет нужно. Но попрошу заметить то, что когда мы настроим вот Live Now приложение, мы сможем прекрасно стримить на YouTube уже рабочий стол, приложение, вообще что-либо захотите вы показать своего рабочего стола на вашем iPhone или Android устройстве, вы можете прекрасно это демонстрировать без каких-либо трудностей. То есть, и точно так же вы можете переключаться, а сразу же просто перейти на YouTube, опять же, с вашего рабочего стола и стримить абсолютно то, что вы хотите. Вот, в принципе, достоинства, те, которые я хотел вам показать. Так вот, дорогие друзья, как сами можете заметить, это все делается очень просто. Просто нужно было уделить немножко внимания. Это как бы несложно, все доступно, понятно. Если же будет что-то непонятно, конечно же, пишите. Я вам всегда отвечу практически в любое время суток. Но чтобы быть в курсе моих новых новостей, подписывайтесь, ставьте лайки, прожимайте колокольчик, чтобы потом не пропустить мои новые видео. Всем пока!